Началось с того, что как бы я учусь в школе психосоматики, и там инструментарий, который дают обычные психологи и психотерапевты, мне оказалось недостаточно. Вот не на все вопросы ответили. И мне хотелось больше. Самое ценное, ну, во-первых, что я могу поправить свои вопросы личные своей семьи, вот, и в какой-то степени рассматриваю. Ну, помощь людям. Ну, и вообще, я считаю, что людям надо в этом направлении смотреть, потому что так, общество сейчас так развивается, что уже как-то вот, так, скажем так, поправлять, скажем так, даже здоровье банально таблетками людям маловато, и вообще психикой психика работать. Но нужны другие совершенно инструменты, и в другую уже сторону смотреть. Вот, например, регрессий для начала хотела бы своими, скажем так, заморочками все это раскрутить, а дальше, ну как бы я немножечко так работаю с людьми, вот, но это в разрезе только вот знакомых пока. Ну а в дальнейшем хотелось бы и с людьми поработать уже как-то. Но я бы рекомендовала на сто процентов вообще приходить, общаться, учиться.